В 2015 году во Владивостоке, а точнее в 50-метровом бассейне спорткомплекса «Олимпиец», впервые прошло первенство края по плаванию. Соревнованиями тогда все остались довольны, поэтому ожидаемо приморская столица вновь стала местом сбора лучших пловцов из 9 городов Приморья. Всего более 360 человек, порядка 10 человек мастерами спорта России являются, около 20 человек кандидатов в мастера спорта. Ну вот, так что довольно высокий уровень. По возрастам, начиная с самых маленьких и до ограничений нету. Подготовка к первенству была довольно долгая. Таких массовых и важных соревнований большинство приморцев не видело почти полгода. Был только отбор на данный чемпионат. Поэтому в бой идет все, что можно. Кто-то едва ли не молится в раздевалке за победу, другие же относятся к заплывам проще и даже с юмором. Дмитрий, например, имея за плечами большой опыт в плавании, обязательно перед стартом греет ноги. Помогают ему в этом вязаные носки. Это с детства. Бабушка здесь связалась носки, сказала одевать. Но я все как примета осталось, одеваю носки, согревает ноги перед заплывом. Я уже участвую около 13 лет тут, учусь уже в институте, но все равно нравится заниматься все-таки спортом и выступать на соревнованиях. Первенство традиционно начинается со 100-метровки вольным стилем. В дальнейшем же разнообразие дистанций максимальное – от 50-метровых спринтерских до марафонских, или, как их называют, стайерских. В воде встречаются и еще неопытная молодежь, и уже в каком-то смысле ветераны этого вида спорта. На плавательных дорожках я уже лет 20, наверное. Последние лет, наверное, 6 я выступаю уже в категории мастерства, то есть по ветеранам. Вот. А это просто чемпионат края, то есть как проходящий этап. Вот, мы также сейчас готовимся к холодному плаванию, зимнее плавание, то есть плавание в ледяной воде. Вот, как раз у нас дистанция 100 метров, там, вольный стиль. Поэтому здесь как такая тренировка, можно сказать. Соревнования будут идти в течение 3 дней. По итогам первенства лучшие спортсмены попадут в сборную края, которая уже в начале следующего года будет бороться за золотые медали дальневосточного чемпионата. Максим Яковлев, Станислав Лазебный, новости спорта на 8.